Приветствую всех, уважаемые зрители. Спасибо, что написали, что надо поставить ремонтную станцию долбанутую, которая ремонт производит. Я, честно говоря, несколько в шоке, ну, от этого всего безумия. Ну ладно, с одной стороны это прикольно, но с другой очень-очень необычно. Так, что у меня здесь есть? Я тут что-то не пробовал уже до этого. Времени довольно-таки много прошло уже с момента первой записи, ладно. Так. А где я вообще нахожусь? Начнем с этого. Да, я, кстати, тут на планете нашел торговую станцию и решил на ней рядышком тут свою задницу причаплить. Так, контейнер. Давай я все посбрасываю, контейнер. О, господи, здесь еще и хлама-то. Ладно, пофигу, я хочу немножко порейдить NPC-базы, так что пофигу. Так, стоп, у меня патроны-то хоть есть? Патроны. Так, есть. Нету. Прекрасно. А почему? А потому что я их не зарядил. Ладно, заряжаемся. Это тоже мы подкинем. Это что сейчас такое было вообще? Ха. А, это он ремонт произвел, зашибись. Выкинул меня с кабины, порейдил называется. Слушайте, забавно довольно-таки сделано очень все. Включайся, нахрен отсюда сваливаем. Достало меня. Так, я здесь полетал Луну, объездил. Нефиг делать. И резиденция... Так, что за резиденция? Я тут ничего не смотрел, просто так летал. Сразу покажу. Немножко даже люлей получил. Так, резиденция. Напоминает ресерч пост. Кто-нибудь интересно есть или нет? Ну, патрошки у меня есть, так что пофинту. Давай-ка посмотрим, что это за фигня. А, ну здесь понятно, типа такого тоже жилого райончика. Ну тут... Не, ну тут можно что-то приобрести, я смотрю. Не-не-не, лутаем. Все, блин, пригодится. Жратва тем более. Сожрем у тебя с холодильника все. Вот представьте, сидите вы за рабочим столом в космосе, прибегает дядя, говорит, привет, жрает все с холодильника, убегает. Интересно, как бы я отреагировал на такое? Ну, для начала, если бы оказался в космосе за компьютером. Ну да ладно. Ну, хавчик есть, это хорошо. А что-нибудь посерьезнее? Что это такое вообще? Ух ты, слушай, а у меня что с броней? А броньку надо мне отгемкать. Ремонтилки у вас нету, да? Класс. Раздевайся, мужик, заходи, да? Деваться не надо. Итак, бровками хмур-хмур-хмур. Нет, слушай, нормально здесь. Мало, правда. Но на халяву. Йоу, золото даже есть. И... Нет, соврал. Да ё-моё. Блин, я же забыл. Он приседать-то не умеет. Немножко обидно даже. Так, ладно, давай-ка сразу, раз мы недалеко отлетели, броню отремкаю себе. Нигде себе смотрю. Не, ну нормальная такая красивая резиденция. Эмуляция жизни на планете, так сказать. Да, конечно, я его посадил ужасно. Просто ужас. Такс.
Амуниция. Надо как-нибудь это все будет потом положить нормально, чтобы хотя бы самому разбираться, где что находится. Так, а давай-ка я добавлю группу 1 и сюда буду запихивать. Шкаф амуниции. Ремонтная станция. Она, по идее, должна быть с самого верха, да. Потому что ремонтироваться мне придется часто. На корабль ты не поставишь ремкомплект, насколько я понял. Так вот немножко попроще. Потом переименую уже, когда время будет. Побольше немножко. Так, резиденцию посмотрели. Нифига интересного. Так, 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 что у нас еще здесь есть? У нас идет Лацк. О, командный центр большой. Так, так, так. Вот это интереснее уже. Ну. Ларчком центр, да? Ну, давай попробуем-ка его штурмануть для начала. Так, у меня стоп. Микрофон-то хоть включен? Да, включено. Вот и наш маленький командный центр. У меня вопрос в том, откуда полетела по мне ракета. Не, слушай, мне по мне пару раз попали, я нормально, цел еще остался. Интересно, потом будут посмотреть, если мне будут отрывать крылья или что-нибудь еще, будет ремонтироваться ли это по шаблону вместе с краской. По идее должно, но посмотрим. Так, ладно. У нас главная сейчас цель это как-то плазменные пушки снять для начала. Я не понял, кто по мне стрелял. А? Чехрен поймешь, кто там стреляет. Где она? Ни хрена не... Ага, вижу. Ага. Совсем охренел. Еще куда-то стреляет, непонятно. Игра, как я тебя обожаю. Вот иногда вот вообще просто души в тени чаю. Что там должно опять было отреспиться? Еще один корабль, что ли, большой? Капец какой-то. Чего не оторвало? Блин. Это к вопросу о том, друзья, почему я играю на старой версии. Тут ошибок уже много. Достаточно неприятно. На новых версиях там я не знаю, что вообще будет. Даже не хочу проверять. Блин, там еще дроновая база. Вот эта вот хрень, старая дроновая база, это я помню, это я видел уже построечку. Давным-давно. Так, ладно. Здесь зачистили, давай-ка посмотрим, что... Ох, ёпты. Так, а там много всего или как? Хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ничего себе. Так. Кто по мне сейчас стреляет? Скромный вопрос, можно? Да иди ты лесом. Да, вижу, вижу, вижу. Игра, ты меня бесишь. Блин, жесть какая-то с этими ошибками, это звездец. Где-то дрон долбанный застрял, и теперь все... Хорошо, перезагружаемся. Ничего не могу поделать с этим, прошу прощения. Так, ладно, перезагрузился, давай-ка сейчас попробуем, как это все будет выглядеть. Не очень я люблю такое. Так, мне надо понять, откуда там по мне стреляли. Так, за камушком выйдет спрятаться? Блин, там сколько турелей-то, ё-моё. Так, хотя, дай-ка подумаю. Для начала давай сшибем пулемет эти долбаные. Ага, кто? Где? Откуда вы? Ах, вы мелкие засранцы. Кстати, может из-за них ошибка была, надо было посмотреть. Оу-оу. Так, уже веселее становится. Сюда на ховере надо чесать, я понял. Шутку юмора догнал. Короче, сюда на ховере надо, друзья мои, чесать. Потому что это опять зона, где респится вокруг именно данжа непись. Это, конечно, все прикольно. У меня здесь все в порядке. Так, я до тебя доберусь, Дурацкая дронбаза. Так, это, я так полагаю, эти зеленые пятна, на них респится, да? Или нет? Понятно, что ошибка возникает, они как бы не должны здесь респиться, а респиться. Тоже, ну, тут ошибок много возникает, друзья. Чего я могу сказать? Да, фигища. Так, крылышки в порядке, низ, пушки. Тан-тан-тан. Так, надо как-то придумать, что там с дронт-базой делать. Может, по старинке? Не, по старинке неинтересно. Так, мне главное уйти от плазменных пушек. Ага, одно вижу. Одна минус. А, вторая минус. Так, на ремонт. Там еще одна спереди осталась, вижу, вижу. Да, они респятся именно в этой зоне. Ай, зараза. Не, сюда только на ховере надо горцевать. Походу, разраб этих мест сделал довольно прикольно, конечно. Как сказать, прикольно. Очень-очень жестко, я скажу. Вон маленький блок мне опять оторвали. Досранцы. Я вообще-то думал, ремонтный отсек на халяву будут ремонтировать, кстати говоря. Но нет. И ложи ресики, твою ж дивизию. Да уж. Так, отлично.
Ну, хотя хорошо, что я с собой ховер взял. Я изначально думал взять проекцию боевого корабля и на нем погорцевать. Ага. Вот эти верхние козленочки вот мне сейчас очень мешать будут. Вовремя, блин, игра, ты умеешь меня обрадовать. Ох, игра, спасибо тебе, блин. Забыл зарядиться, ёшкин ты матрёшкин. Да ладно вам, я-то вам что плохого сделал? Решил просто жопку свою при монстрячить. Сразу напали. Не, ну это вообще-то в игре дает такое разнообразие большое. Необходимость использования, к примеру, ховера. Это вообще неоценимо, друзья мои. Что надо в этой игре использовать ховер. Да ты запрыгнешь, дебила кусок. По нам как бы стреляют, мне ничего. Я не напрягает. Конечно, меня напрягает. Так. Давай как-нибудь так зайдем. Там еще одна должна быть плазменная пушка, насколько я помню. Здорово, Блохинский. Сейчас я с вами побеседую, блин. Свободно. Блин, да ладно. Вот это сейчас был прикол злобный. Очень к тому же. Слушай, я реально все забыл. Где ты там респишься, а, Козленкин? Ладно, сюда все равно на ховере погорцую. Так, давайте я присяду где-нибудь, хоть может крылышко. Хотя крылышка у меня уже нету одного, да? Задницу. Ну подумаешь, респится опасная непись на пустом месте. Ну что здесь такого-то? Ошибку сразу выдает. Ну да, в новой версии игры хрен такое получится сделать. Так, там еще есть два депозита каких-то рядом. Их бы тоже зачистить, иначе мне ховер, боюсь, снесут. Там ком-центр, это все. Это мням-ням-ням. Дрон-база, вот я не помню, я... По ней ни разу так и не смог полазить нормально, потому что когда я на серверах ее видел, она всегда была разобрана. Игра, мне тебя так охота посылать куда-то так далеко и так надолго. Конечно.
Так, все готово. Сейчас надо этих мелких засранцев спилить. Правда, нифига не мелких, вот в чем проблема. Это крупные дроны, добавок ко всему. Спейспорт, господи помилуй. Напряжение пошла. Кстати говоря, есть вариант постановки этих плазменных турелей. На некоторых серверах самонаводка делают. С баллистикой называется, или как, я вот точно так и не понял. Ну, это, конечно, все круто. Вот только спрашивается, зачем и сколько у меня топлива тогда? 6%. Дела плохи, да? Ага. ХЗ справлюсь или нет? Давай попробуем. А, это гибрид база, стоп. Стоп, стоп, стоп. А, так тут всего 3 строения. Отлично, тогда летим домой за топливом и за ховером заодно. За 2 минуты, надеюсь, долечу. Не, ну вообще-то мне нравятся такие места. Вот обратите внимание, вот здесь примерно корабли, если вы высадитесь, здесь вам корабль разнесут. Можно на капитале высадиться. Но капитал тоже может дырок понаделать вокруг планеты еще чертову уйму. И снесет тому же, скорее всего, ядро. А вот на ховере, пожалуйста. Удобно и практично. И к тому же здесь на ховере можно нормально покататься. Кстати, может големов на нем поформить? А, не, нет. Просто, если фармить на нем големов, это большие роботы здесь, наверное, должны респиться. Так, кстати, что за ошибка? Object node. Короче, какой-то объект не может отреспиться или появиться. Ну, это, как всегда, стандарт. Это стандарт. Уже привыкать надо. 1,3 минуты. Дотянем? Дотянем. Так, я не помню, у меня патроны-то на ховере есть или нету. Хороший, блин, вопрос. А есть ли у меня патроны на ховере? Так. Перекусим. Давай-ка это сразу все выложу в хлам. А, закрыты контейнеры, точно. Так, в хлам сразу закидываем. Пусть там и лежит. Так, эти патрошки мне все, по идее, должны пригодиться. Лазерные я не взял, да? Для лазерной брать пока не буду, у меня там всего 1000 патронов. Я сейчас сначала с миниганом добавлюсь, потом миниган сменю на лазер, куда и нормально будет. Так будет немножко попроще. Здесь я еще не доделывал ничего. Так, патроны, патроны, патроны. Сколько у тебя патронов, милый мой? Угу. Хреново дело, хреново. Надо патроны делать. Надо делать хотя бы патронов. Патронов сколько мне понадобится? Вероятно, дофига. Ладно, еще одна пауза, как говорится. Патронов сейчас сделаю. Ну что ж, поехали, как говорится. Посмотрим. Ну, да, вот это вот у меня до сих пор, я, конечно, повторяюсь, но я в одиночке вот не смотрел, кто проходил. Ну, да, конечно, уровень сложности, может, и у них и полегче, не в этом дело, но не было вот такого дурдома. Ой-о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 й. Ни хрена себе тут. Ёшкин ты, матрёшкин, вы чего?
Серьезно, что ли? Может, ты этого ракетчика убьешь, или мне тут от ракет так и ползать, да? Турелечка. Турелька. Сразу ты мелкая, да убей ты этого козла. Спасибо. Капец их здесь. Чё есть? О, мазь. Они. Лазерные патроны. Горячий напиток, блин, от холодильника закинуть. Он портится вообще. На горячий напиток нужна какая-то почка. Что за почка? Чего там почка? Я так и не понял. Да-да-да-да-да-да-да. Да уж. Здесь, блин, не забалуешь ты, это явно. Капец. Приехал в гости, называется. Встречайте, гости дорогие. Ты вообще умри. Это старое строение, да? Или новое? Ну, я вижу оружейные ящики, давайте-ка заценю, что здесь. Пригодится. Вот явно не здесь. Ну ладно. Так, что тебе в козельчик есть? О, еще лазера. Нормально. Живем. Да, я посмотрел то, что в этом фуд-фабрикаторе можно все делать. Ну, практически все, кроме почек. Это перевод, наверное, такой, ну да ладно. Так, здесь у нас тоже оружейный контейнер. Меня ход интересует, где не оружейный контейнер, ну да ладно. Оу, что за провал сейчас был. А вот и вход. Нет, ну у меня такого предположения, что якобы они отсюда все вырезали и пошли просто дальше, вообще не будет никогда. Это немного безумно. Здесь все открывается, я зачем с собой взрывчатку-то брал? Заряжу на всякий случай. Миниганчик можно зарядить. Так, надо сразу будет аптечек подкупить. Да не беги ты там. Сейчас я зайду. Где-то еще один здесь бегал. Да? С дробовичком, наверное. Нет. Как это вы так, ребят? Без дробовичка меня в уголку встречаете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Халтурите, халтурите. Дамы и господа, такс. Что у нас здесь? Ракеты. Круто. А здесь тоже ракеты. Так, это я вообще где, кстати? Это большой командный центр, серьезно? Нет, здание относительно новое. Не нужно мне это все. Ну, возьмем вроде приличия. Так, здесь у нас что? О, это вообще круто. Очки ночного видения. Но я сомневаюсь, что они мне, в принципе-то, нужны. Мне все равно потом еще тут торговлей позаниматься можно, вот неподалеку. Не очень большой торговый центр.
Да ладно, слушай, а ну стоп. Неплохая идейка, слушай. Что можно было его сюда загнать. А интересная идейка, кстати говоря, вот так вот использовать вот эти вот решетчатые двери в виде такой перегородочки. Интересно. Ну ладно, все, поскладывай нафиг. Нет, а вот этот напиток надо в холодильник засунуть. Так, здесь взрывчатка мне не понадобится, это тоже мне не понадобится. Где холодильник-то здесь? Так, холодильник есть, засунули. Такс. У меня есть энергетические батончики, пока сухпай отложим. Блин, как-то ими будут заняться по-нормальному, да и наделать. Ну и вообще-то сухпай планирую делать уже, когда заселюсь на планете, которая мне понравится. То есть, которой будет относительно всего и много, и, к примеру, големов много, можно будет пофармить хорошо. Ну, кто смотрел, когда я на Криле был, что-то типа такого. Так, столовая, столовой никого нету. Еще один батончик. Лады. И что-нибудь еще? Авось, простите, а что тут закрыто? Так. Ну, я могу предположить, что здесь были какие-нибудь душевые. А, ну туалеты открытые. Надо было душевые оставить открытыми, чтобы как раз друг напротив друга так. Сидишь, ага, и смотришь, как кто-то моется. Особенно, если красивая девушка, то я не против. Ну, да ладно. Все, уже поехала крыша у него потихонечку. Так, что у нас здесь снаружи? Есть респилки? Нет, респилок нету. Так, а здесь, скорее всего, где-нибудь турелька будет, да? Или не будет? А вас там, ребят, не до хрена набилось-то? У меня вот такой скромный вопросик. Многовато их что-то в узком помещении тут набилось. А, они типа ядро своими тушками прикрывали, я понял. Окей. Патроны подберу. Кстати, буду подумать. Попробовать, может, тоже не вариант. Сделать бомжикапитал, думаю, да полетать, просто пощищать с помощью вот таких вот патронов. Эй. Вот тоже непись такую пощищать. Ай, чего вот все парю. Пощищать непись и, может, получится ее пофармить хоть немножечко. Здесь ничего интересного нет. Странно как-то это все. Не находите? Может, там что-то было, я просто это случайно взорвал? Тоже возможно. Такс. Мультиинструмент. Ага. Не скажу, что охренеть нужная штука. О мерах безопасности надо тоже не забывать. Что они уже здесь все отреспились. Так, вот эти солнечные панели и
Слушайте, нормально тут выживаю. Мне только пришлось что? Выкопать весь сати, правда, его здесь сгулькин пень. На 15, сколько? 1500 патронов хватило. Ну да, надо будет тут подкупать по любасу, хочу я это или нет. Некоторые рисы придется подкупать. Так, ну нормально так зачистили. Повеселились. Так, а следующая будет уже вкусняшка, это дронбаза. Ладно, друзья, буду на этом, пожалуй, пусковую эту серию заканчивать. Может, следующая хоть целая получится. Сейчас пойду это сшивать сразу, чтобы потом не запутаться. Всем удачи, всем пока.